Чтобы помнить всегда в эту скорбную дату, день начала Великой Отечественной войны, мы обращаемся к поэтам, кто застал те мрачные, но великие времена. Вместе с кировчанами стихи поэта Булата Акуджавы читала наш корреспондент Екатерина Новоселова. Джазисты уходили в ополченье, цивильного не скинув облачение. Тромбонов и чечеток короли, и солдаты необученные шли. Кларнетов принцы, словно принцы крови, магистры саксофонов шли, и кроме шли барабанных палок колдуны скрипучими подмостками войны. На смену всем оставленным заботам единственное зрело впереди. И скрипачи ложились к пулеметам, и пулеметы бились на груди. Но что поделать, если атаки были в моде, а не песни? Кто мог тогда их мужество учесть, когда им гибнуть выпала честь? Едва затихли первые сражения, они редком лежали, без движения, в костюмах предвоенного шитья, как будто притворяясь и шутя. Редели их ряды и убывали, их убивали, их позабывали, и все-таки под музыку земли их впоминания светлое внесли. Когда на пятачке земного шара под майский марш торжественный такой отбила каблуки, танцуя пара, за упокой их душ, за упокой.